Всем привет, друзья! Доброе утро! У нас новый день, утро, мы позавтракали и идем на пляж. Вот наш отель, в котором мы отдыхаем, Астория отель и спа. Потом подробнее мы обзор сделаем, все покажем. Ну а пока движемся на пляж. Так, в общем, позавтракали мы. Завтраки пока снимать не стали, потому что сегодня у нас встреча с гидом в 10 часов 20 минут где-то. Поэтому мы торопились на пляж. Ну, потом, конечно же, подробно все снимем, покажем. А сейчас мы уже подходим к морю. Ну, завтраки, в общем-то, вкусные, сытные. Очень вкусный омлет был пожарен шеф-поваром, как я понимаю. Ну, посмотрите, какая красота. Ой, так, что здесь написано, где? Пока нету нашего отеля Астория. Вот у нас ориентир Fame Residence отель. Вот это красота, конечно. Ну, да, жарко. Ну что, конечно, конец июля, начало августа. Сегодня у нас что, 29 число, да? Так, где же наш Астория-то? Я что-то не могу понять. Golden Lotus. Надо искать наш пляж. Будем искать наш пляж. Пока прогуливаемся по набережной. Красота, смотрите, какие цветочки. Все зелено. Да, несмотря на такое пекло. Ну, конечно, поливают здесь все это. Очень красиво. О, отсюда такой вид открывается шикарный. Но мы здесь как-то в первый год, когда ездили, да, вот там сейчас за поворот выходишь, будут такие горы. Клевые. Вот цикады. Стрекочут. Ой, кажется, чихнул. О! А, вот он, Golden Lotus. Так, Golden Lotus отель вот. За ним нам сказали, где-то наш пляж должен быть. Да и здесь вот была. Это может от Golden Lotus. Да, вот она, Астория. Вот он наш. Ага. Слушайте-ка, жарковато, я бы сказал, очень. Вот оно, морешко. Так, все, пошли. Уже, наверное, все занято. Ой, посмотрите на эти горы. Блин, здесь, конечно, камень такой крупный. А, я еще и коралки не взял. Ты взял коралки? Да, посмотрите, какая красота. Ой, морико спокойное. По сравнению с Таиландом в сентябре прошлого года. Тут, конечно, прям... Ну, здесь не спрячешься нигде от солнышка. Ну, вот, вот тут вот давай. Здесь вроде место свободное. Вот сейчас здесь вот кинем свои... Так, друзья, вот она красота, вот зачем мы сюда приехали, за этим чистейшим морем. Посмотрите, какая прозрачная вода. И вот эти вот фантастические горы. Какая красотища, а? Да, вот прям сегодня дымки нет, вчера вечером там пожар был, дым был. И не было видно этих гор. А сегодня прям, ну, сказочно, конечно. Самолетики на посадку заходят. Там на горизонте тоже горы видны. Не знаю, наверное, на камеру они не передаются. Да, красота. Ну, в общем, вот так вот выглядит пляж от отеля Астория. Конечно, уступает
по эстетическому виду другим пляжам. Вчера мы были возле Ланкоры. Вчера вечером уже не стали снимать, потому что уже устали. Настроение такое было. Немножко отдохнуть, передохнуть. И сегодня уже, как говорится, со свежими силами. Ну вот сейчас еще, считай, 9 часов нету. А я стою, мне прям так хорошо спину припекает. Спину, вернее, плечо. Так что жарко, жарко. Вот. Ну, про завтраки мы расскажем попозже. Еще подробно все расскажу, покажу. Ну, на самом деле все было очень вкусно. Омлет мне очень понравился, такой прям достойный. Много сыров. Сладкого много, халва была, фрукты, из фруктов яблоки, апельсины, как-то скромненько, арбуза не было. Ну вот, что еще там такое запоминающееся? Безлимые лепешки тоже пекли, но они штуки были, не с пылу с жару, как говорится. Ладно, пойдем пробовать водичку. Ой, друзья, ну что, идем купаться. Фух, морешко. О, волны поднялись. Слушай, прохладненькая. По-моему, вчера вечером она была теплее. Ой, зато какой вид красивый. Блин, только лишь главное с камеры не нырнуть. Ой, рыбки плавают здесь, кстати. Ой, слушай, ну мне кажется, она прохладненькая маленько. Я же ноги-то не нагрелись. Вискам небольшие. Ох. Все, Оксана нырнула. Так, надо и мне. А тут, кстати, побольше булыжники, поустойчивее становишься. О, блин, класс. Неудобно плавать? Ой, класс. Красота. Вообще. Ой, вода просто. Парное молоко. Слушайте, ну это кайфушки, кайфушки. В одну сторону посмотри, горы. Туда тоже смотрим. Там горы роскошные, шикарные. Не прям так близко. А вон там такое ощущение, что кусок скалы породы откололся. И упал. И чуть-чуть сюда подплыви, как раз будет вид. Видимо, корабль прошел, волны поднялись. Мы когда пришли, еще не было такой волны, да? Смоленечко. Пошло волнение. Ой, вчера вечером, когда мы пришли сюда ночью, вода прозрачная. Мы пришли на центральный пляж в районе отеля Ланкора. Воду попробовали. Народ купается, плавает в воде. Да так много людей. Мы прям удивились. Ой, после вчерашнего этого перелета такого, достаточно нервного под конец. Ну что, мы вчера узнали, нам гид в автобусе рассказала, что очень... В Турции ситуация такая тревожная. Кризис в стране. Были забастовки в аэропорту сотрудников. Из-за этого рейсы задерживались. Некоторые даже на двое суток. Не знаю, как эту информацию проверить. Я когда смотрел и мониторил вылеты самолетов, например, тот же Аэрофлот, он вылетал в принципе вовремя. Я не видел, чтобы у него там были задержки там на двое суток. Мы кружили вчера, да, три круга сделали. Блин, так еще самолет нового видео видели, наверное, да? Если кто не видел, посмотрите наше первое видео. Ну вот, как мы над горами, они так близко, и такие виды вообще. Ну, когда мы первый круг сделали, еще так ничего, ну так, нормально. Когда на второй зашли, уже так мы что-то думаем, странно, а что-то мы кружим. А вдруг там что-то там... с самолетом не то или еще что-то. А когда на третий круг пошли, так вообще. А потом, когда на посадку пошли, его начало так вот, он как вот на качелях взлетает и вроде бы как будто бы проваливается.
Вообще было страшновато на самом деле. Мы сидели, руки аж вспотели. Никогда так не потели во время полета. Ну, слава богу, все обошлось, все спокойно, приземлились. Но я уже тогда ждал, скорее бы, где же там взлетная полоса, все глядел ее. На экране самолета, перед креслом там экранчики есть, и вот там камеры установлены. И вот сидишь и смотришь, где же там взлетная полоса. А вот Валерий отель. Ну, в общем, мы эти отели тоже, когда с тобой, помнишь, первый год гуляли вдоль набережной, мы их просматривали. Очень, конечно, здесь классные номера с видом на море, а на ту сторону на горы. Да, отдохнуть бы в таком номере. Но тут достаточно... Ну, Валерий, кстати, вообще даже не рекомендовался. Некоторые, да, вот непонятно. Кто-то есть на нашем вот агрегаторе, где мы обычно берем ссылочку, где мы брали тур, мы, конечно же, оставим в описании под видео. Так что переходите, заказывайте. Вот. Ну, что можно сказать, наш отдых на 7 дней в отеле Астория, это 4 звезды, обошелся нам в 163 тысячи рублей на двоих. Вот. Ну, он у нас 9 тысяч, это выбор рейса. Мы выбрали рейс Аэрофлотом с достаточно удобным вылетом утром. Должен был изначально он вылетать в 9:50, а обратно отсюда улетаем в 16:10. Вот. Потому что все остальные рейсы, которые, допустим, не Аэрофлот, турецкие авиалинии, это вообще вылет в 2 часа дня. То есть сюда ты прилетаешь уже в отель, ты приедешь уже вообще под вечер, часов в 9, наверное. До ночи. Ну да, в 9, в 10, то есть уже там даже на ужин не попадешь. Вот, поэтому мы выбрали Аэрофлот. Да, 9 тысяч с лишним там мы переплатили, почти 10, наверное, можно сказать. Но достаточно вовремя вылетели. Но, кстати, за неделю до вылета нам информатор Аэрофлота перезвонил и сказал, что наш рейс перенесен с 9:50 на 11:25. Посмотрим, как обратно. Обратно на 16:10, но пока как бы никаких уведомлений не было. Скорее всего, обратно мы полетим вовремя в 16:10. А так было бы хорошо, если бы мы в 18 часов вылетели бы отсюда. Из отеля забрали бы попозже и можно было бы еще покупаться. Даже при таком раскладе, когда в 16:10 мы будем, например, уезжать, мы успеем утром еще на пляж сходить покупаться, еще на завтрак успеем. Я думаю, у нас там заберут часов в 11. Так что, как в прошлый раз, вот мы когда 4 года назад уже... Накануне только собраться получится. Да, просто собраться накануне, все, что готово, и еще можно и на пляж сходить, и позавтракать полноценно, еще даже, может быть, и что-то из обеда захватить. Вот. Так, вкратце рассказали. Ну, что по отелю, можно сказать. Сам отель визуально, конечно, понравился, но вчера вечером мы сидели, очень жарко. Нет у них ни кондиционеров, вот именно на территории, никаких там вентиляторов. Сейчас вот сидели, завтракали. Ну, завтраки мы попозже еще подснимем, покажем. Мы сидели в закрытой части, там какие-то вентиляторы сверху дуют, а на улице сидеть вообще невозможно, там очень жарко. Солнце прям печет, и все это нагревается, накаляется. Это время было 8 утра. Так что имейте в виду, кто будет выбирать данный отель. Ну, номер тоже, номер попозже покажем. В принципе, номер ничего такого сверхъестественного. Единственное, мне понравилось, у нас грязные полотенца очень. Мы сейчас пойдем после встречи с гидом на ресепшн и попросим поменять нам полотенце, потому что ну, для четверки полотенца нереально грязные, да, Оксан? Ну да, в пятнах. Все в пятнах, каких-то черных. Ладно, там где-то одно пятнышко, а тут полностью все полотенце в каких-то черных пятнах. Черных, рыжих. Непонятно, конечно. Вот. Большой минус в этом. Да, отелю в этом плане минус. И постельное. Так-то оно вроде визуально чисто, но оно какое-то желтое. Либо оно старое, либо такого цвета. Либо оно такого кремового цвета. Это уже догадываться. Ну, обычно в отелях белое. Обычно белое, да. Мы первый раз встречаемся с такими полотенцами, прям вот кремовый желтый цвет.
Да, волна пошла. Да, солнце припекает, я скажу, прям отлично. Да пока нормально. Ты же мне голову намазала? Намазала, но все равно. Это же не... Удар. Плаваю, можно... Ну, не в 9 часов утра. Дело не во времени, дело... Вот так вот сделаем. Блин, на очки, зачем я это сделал? Черт. Ну, контингент отеля в основном русские. Так что волны пошли такие. Здесь будешь чувствовать себя, по сути, как дома. Ох. Так, что какой-то чувачок подошел к нашим рюкзачкам. Просто встал в тенечек. На самом деле... Да. Ну да. Во-первых, где-то мы, сколько был этот день, километров... А как вас зовут, откуда вы? Алексей, Наталья, мы с Ногинска, в Москве. А, ну мы с Москвы, вот, наши зрители нас узнали, да. Очень приятно. Вот. Поэтому спасибо. Ну, мы, видите, мы ходили, тогда это была осень, и, в принципе, ну, сентябрь был, да, даже вторая половина. Сейчас лето, жара, наверное, такой трек, это действительно тяжело. Ну вот, очень приятно. Встретили подписчиков, нас узнали. Далеко уходишь? Сюда иди. Да, блин, волна просто. Ну вот, сказали, что здесь 2 дня был шторм, и в море было не зайти. А мы вчера приехали, такое спокойное, тихое море. Мы думали, что здесь таких штормов-то и не бывает, да? Ну, ни разу не попадали. Ну да, сколько? 4 раз мы. Ну, 1 раз. Ну, в Алании было, да, там был такой шторм серьезный. Ну вот сказали, что наши зрители остановились в Ланкоре по нашему, по нашей, короче, рекомендации. И там не понравился им пляж. Но мы когда были, вроде бы не было пленки, да? Ну, может быть, потому что сейчас лето, да, и там совсем... тут все, да, по-другому на самом деле, вот летом именно. Мы никогда летом не ездили, осенью, как это считается, бархатный сезон. Да. Поэтому нам сложно сравнивать сейчас и сентябрь. Нужно, там есть какие-то плохие моменты. Ну, вот в частности шторм уже бывает, пленка. Жарко очень. Прям очень жарко. Так, ну ладно. Смотрите, шли, вот наткнулись на такой красивый вид. Смотрите, цветочное дерево, пальмы стоят, и на горизонте между ними гора Тахталы. Красота. Вот за это мы и любим Кемер. Ну и за море, конечно же. И в эту сторону, смотрите, мы сделали несколько шагов вправо. Вы только полюбуйтесь на эту красоту. Вау, фантастика. Так, друзья, мы искупались, чуть-чуть позагорали, топаем до нашего отеля. Посмотрите, какие здесь шикарные виды, конечно же. Да. Она пошла по тенечку, вот здесь вот такой отель тоже интересный, маленький, уютный. Там бассейн есть. Кутберг отель. А я хотел вам показать Тахталы отсюда. Такой прекрасный от нее, на нее открывается вид. Вот посмотрите, как она отсюда видна. Ой, красота какая. Golden Rock отель рядом с нашим
отелем Астория. Тут Миас Лакшери. Да, жалко, конечно, у нас вид не из номера, не на горы. Если был бы на горы, было бы прекрасно. Ну, сейчас маленечко вам покажу, как выглядит наш отель снаружи. Ну и потом полноценный, конечно же, обзор мы сделаем. О, гранаты растут. Один гранат совсем. Совсем один. А, нет, два. Вон там еще один второй. Жарко, конечно. Очень жарко. Классно. Это время всего лишь 10 часов. Где-то 10-10 сейчас. Вот здесь офис Holiday Fit. Вот машина их стоит. Это принимающая сторона, с которой мы прилетели. Да, отсюда, конечно, заставочка классная. Thank you.